Чему дирижабли запретили? Самый первый дирижабль в мире построили во Франции в 1884 году. Уже через 15 лет немецкие дирижабли, цепелины, стали самым быстрым и комфортным способом передвижения по воздуху, ведь имели грузоподъемность до 200 тонн, что позволяло размещать на борту летающих гигантов целые отели с ресторанами, обзорными площадками, панорамными окнами и даже роялем. Сев на дирижабль, можно было спокойно долететь из Германии, скажем, в США всего за 3 дня. В Первую мировую войну их оснастили орудиями, отправили на фронт, и результаты были крайне успешными. Однако все прекратилось, когда в 1937 году Гинденбург, совершив очередной рейс через Атлантический океан в Нью-Йорк, загорелся при посадке. Из 97 пассажиров уцелеть смогли только 62, и дирижабли признали крайне небезопасными и прекратили все производство.